вас будут претензии к Украине, вы будете обращаться в Европейский суд? Никаких претензий. Пусть люди не тратят своего времени и сил на то, чтобы гнобить своих же граждан. Пусть занимаются серьезными работами и проблемами. Никаких претензий, никаких вопросов. А что вы чуваете? Я просто как выжатый лимон, да и все. Ничего не лечу. Хочу просто быть со своей семьей, ни больше, ни меньше. А чому ви тоді залишилися в Золотому? Те, що ми, мабуть, не слышали, не чули, а були приятні. Як чого залишилися? Я там жив, 58 років прожив на цій землі. Я на Териконе родился, работал всю жизнь в шахте. И что я должен куда-то уезжать или уходить? Ну, я маю на увазі, чи вони злякались того, що наступного дня можуть так само прийти і так само почати знімати подібні? Я вдома, вдома. Поэтому там і родні стіни допомагають. Другого у мене відповіді немає. Спасибо. І вам спасибо.